командир взвода пришел и сказал, что мы выдвигаемся на территорию Украины в составе колонны для устрашения украинского народа в город Сумы. То есть, потому что там в Донецке и в Луганске ущемляют русскоязычных, и мы должны были проехаться как для устрашения. Вот, на все про все там на самом деле будет 3 дня. И потом мы вернемся. Вот. Мы заехали 24-го утром. Потом колонна попала под обстрел. Вот. Взорвали первую машину, она остановилась, колонна. Мы начали отступать, увидели зеленый Volkswagen, в него открыли огонь, она остановилась. Я, Амальтисов, еще один, мы подбежали к ней, развернули машину, догнали колонну, там еще трое подбежало. Один из них был водителем на бензовозе, то есть он знал, куда ехать. В обратном положении мы должны были вернуться в расположение лагеря за подмогой, так сказал старший лейтенант. Ну, там был офицер. Вот. Мы выдвинулись, увидели подруги гражданского, который разговаривает по телефону. Мне приказали выстрелить, я выстрелил в него одну очередь. Вот. Он упал, мы ехали дальше.